Разряди сумери, свой наряд голубой, и на плечи накинь шальское мой расписной. Романсы – особая традиция светских салонов России XIX века. Столь изысканно и непринужденно открывают важное культурное событие в литературно-исторической жизни Подмосковья. В особом месте, отмеченном сразу и вязью поэзии, дипломатии и истории, в музее-заповеднике усадьбы Муранова презентуют выставку «Тютчев и Аксаков. В чем сила России?». Сегодня, в 2023 году, мы с вами видим, что эта тема по-прежнему актуальна. И каждый из нас задает себе вопрос, а в чем же все-таки эта сила России, в чем наша с вами сила. В связи с проведением специальной военной операции заставляют, наверное, все-таки нас по-другому взглянуть на события многолетней давности. Артефакты экспозиции, а их 200, подобраны с особой тщательностью. Они отражают литературный и жизненный путь двух мыслителей – Тютчева и Аксакова. Проект в Муранове посвящен культурно-патриотическому наследию публицистов. Продлится экспозиция до 3 сентября. Россия – это некое ядро славянского мира, потому что славянские народы, могут быть подвержены влиянию извне, из Запада, с легко ему подчиниться. И, собственно, в этом тоже некое пророчество Аксакова благодарен. Непростая судьба Отечества, его взаимоотношения с Западом. Уже не одно столетие эти думы охватывают мыслителей и общественных деятелей. Тютчев и Аксаков отвечали на глобальные вопросы самоопределения и о роли России в мировой истории, каждый по-своему, но обязательно с позиции горячей привязанности и любви к родине. Особое место на выставке отведено взаимоотношениям и дружбе литераторов. Тютчев очень ценный автор для Аксакова. И потом происходит уже сближение их семейное. Иван Сергеевич женится на дочери Тютчева Анне Федоровне. Сегодня, в особый период жизни нашей страны, кураторы выставки предлагают оглянуться в прошлое, отметить схожесть геополитической обстановки двух эпох и на примере документов, литературных трудов, личных вещей и других исторических артефактов, многие из которых выставлены впервые, совершенно точно определить, что Тютчев и Аксаков видели и предсказывали высокое предназначение России для будущего всего человечества. Как страна пройдет, это испытание, зависит от каждого гражданина. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа.